Выходные все вместе. Семьи Ульяновска приняли участие в веселых стартах. С задором родители и дети бегали эстафету и передавали друг другу мяч. Участников поделили на команды, где от каждого зависел результат. Старты прошли в Мариинской гимназии, где после выбрали самую спортивную, увлеченную и креативную семью. Они в дальнейшем представят свое учебное заведение на муниципальном этапе. Выбирали семьи путем голосования в соцсетях. Для нас из каждой школы, из каждого детского садика эти родители, семьи станут таким своеобразным амбассадором. И будут помогать нам вместе организовывать родительские сообщества на уровне муниципалитетов. Суть проекта «Всей семьей» проста. Каждый выходной семьи выполняют различные задания все вместе. Готовят, убираются дома или ходят в театр. В этот раз одно из заданий было сходить всей семьей на выборы. Для Шишкиных выборы главы государства – значимое событие, которое нельзя пропустить. После голосования семья пошла отмечать праздник в кафе. А мы с удовольствием ходим на выборы, всегда берем флажки, потому что это проявление патриотизма. И кидаем, стараемся бюллетень все вместе. Да? Ну а после выборов, после голосования, у нас есть традиция пойти в кафе, посидеть. Напомним, проект «Всей семьей» приурочен к объявленному президентом Российской Федерации году семьи и направлен на укрепление традиционных ценностей. Присоединиться к конкурсу можно на официальном сайте проекта всейсемьей.рф. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.